Этот вертикальный восьмишпиндельный станок уже получил признание. По существу, это кольцевая автоматическая линия. Токарь только ставит деталь, остальное происходит автоматически. Семь групп инструментов на семи рабочих позициях по заранее составленной программе выполняют различные технологические процессы. Станок одновременно обтачивает детали, сверлит, развертывает и раззинковывает отверстия. 2 минуты, и деталь готова. Переход к новой серии не сложен. Достаточно лишь переналадить станок. Работает станок в ритме, который зависит от формы и размеров детали. Выполняя работу доброго десятка станков, новый полуавтомат экономит производственную площадь, облегчает межоперационные связи. Станки 10-й пятилетки рождаются в цехах завода «Красный пролетарий». Конструкторы завода, создатели нового полуавтомата, удостоены государственной премии СССР. Ваши планы уже сегодня претворяются в жизнь. Именно так, не откладывая, и следует браться за сложные, порой трудные, но необходимые стране дела, писал краснопролетарцам генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев.